В санатории по сертификату в Новосибирской области стартовала программа реабилитации для пострадавших участников СВО. Бойцам оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку. Екатерина Стывком продолжит тему. Скажите мне, когда хватит, хорошо? Все, начинаем, стартуем. Подорвался на мине и получил контузию. На магнитотерапии боец СВО. У мужчины проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Переломы были. Нервное окончание на правой ноге перебито, то есть по пальцу не работает. Вот сейчас после этой процедуры, если посмотреть, меня по пальцу я уже шевелю. День пациента в санатории расписан по минутам. После магнитов лечение мощным лазером. Этот аппарат тоже используют в физиотерапии. Это лазер, роботизированный, кстати говоря, единственный за Уралом. С помощью него можно снизить болевой синдром, снять воспаление и отечность. Процедура полностью безболезненная. ЛФК «Соляная пещера». Сейчас в санатории «Парус» реабилитацию проходят четверо участников СВО. В ходе спецоперации они получили ранения и травмы. Для каждого разработан индивидуальный план лечения. Это работа врачей лечебно-реабилитационной медицины, восстанавливающей. Обязательно бассейны, обязательно водные процедуры, обязательно массаж. То есть теперь терапия всегда идет комплексная. И важно... помощь нашим ребятам. У меня у самой сын служил и был на Украине, поэтому я более чем понимаю, насколько это серьезно. Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО – губернаторский проект. Сегодня Андрей Травников встретился с бойцами. Спасибо, ребята, за то дело, которое вы делали, выполняя воинский долг. Огромное вам спасибо. Будем стараться откликнуться, чем можем. Помочь вам, вашим родным. Важно, чтобы все узнали о том, что такая программа заработала, и кому это необходимо, чтобы заявились, и мы смогли своевременно спланировать реабилитацию, в том числе и для них. Лечение участники проекта пройдут в санаториях области. Кроме медицинских услуг, бойцам окажут содействие в переобучении и трудоустройстве. Написать заявление для получения реабилитационного сертификата можно в Министерстве труда и социального развития региона или в МФЦ. Екатерина Стывко, Константин Менин, Новости ОТС.